Два из спущенных сегодня фонтанов были отремонтированы в прошлом году. У самого старого рижского фонтана, которому более 100 лет, в Верманском саду заменили ограждение бассейна. У «Нимфы» возле оперного театра были реновированы подземные коммуникации. В то же время еще три столичных фонтана нуждаются в серьезном ремонте. В сквере у порта, на Дзегушкаунсе и Вестердарзе. Там фонтан не работает уже 10 лет. Его нельзя назвать фонтаном, это такой большой бассейн с водой. Хотя, если нам когда-нибудь дадут думские представители денег, то мы, конечно, его сделаем тоже красивым фонтаном. Там где-то тоже затраты примерно на 100 тысяч. Его надо полностью переделывать, там гидроизоляцию делать, надо что-то придумать, чтобы там было все красиво. Содержание более десятка фонтанов обходится самоуправлению города в 53 тысячи латов в год. Сезон их работы сравнительно недолгий, с начала мая по конец октября. Больше всего средств требуется на оплату электричества, более 70% от общей суммы. Именно из-за большого расхода электроэнергии некоторые фонтаны, например, плавучие на Рижском канале, отключают на ночь. Сегодня их не смогли включить по техническим причинам. Планировали запустить сегодня два плавающих и каскад на Бастрикансе, но, вы знаете, у нас беда в стране, наводнение, вот, в связи с этим поднялся уровень как и Даугавы, так и Рижского канала, поэтому сейчас технически надо подождать, пока этот уровень спадет, мы ожидаем, что после выходных уже основная масса воды схлынет. Техническим обслуживанием и чисткой фонтанов занимаются несколько человек. Они же собирают монетки, которые туристы бросают в воду. Впрочем, использовать эти деньги невозможно. Пролежав несколько месяцев в воде, они становятся непригодными. Элина Суворова, Пилыня, Спартак, Лукашевич, Первый Балтийский канал. Кино, поэзия и живопись. Соединить все это в одном проекте, да и...